В Тюмени бесправный водитель врезался в группу пешеходов, а после дважды столкнулся с маршруткой. Инцидент, снятый на камеру телефона очевидцами, произошел накануне, в 7:00 утра у ночного бара «Егерь» в центре столицы Западной Сибири. Группа молодых людей, вышедших из заведения, о чем-то эмоционально поспорила. Тогда один из отдыхающих, 22-летний житель Нижневартовска, сел за руль белой «Лады Приора» и въехал в своих оппонентов, повалив несколько человек на землю. А позже, сдавая назад, вынудил маршрутку идти навстречу и ударил ее, а развернувшись, ударил вновь. В автобусе в этот момент находилось 14 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Вечером того же дня полицейские нашли машину нарушителя, а затем ее хозяина. Им казался молодой 22-летний вартовчанин, не имеющий водительских прав, но, как минимум 17 раз за последние 2 года, нарушивший правила дорожного движения. Причем дважды, в феврале и марте 2019-го, судимый за управление авто в состоянии опьянения. Сейчас задержанный уже привлечен за выезд на полосу встречного движения и управление транспортным средством без водительского удостоверения. Впереди суд по оставлению места аварии ее виновникам. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».